И снова приветствую вас, друзья, на моем канале. Сегодня у нас обзор мода для Euro Truck Simulator 2, и это КамАЗ 4310. Пересмотрел свои обзоры по фильтру, не было такой модели, давайте исправим эту оплошность. Как мы видим, находится в автосалоне MAN, прописан он. Сразу на превьюшке заметьте, что у нас снизу руль торчит. Это на превьюшке. Бывает такое то, что в гараже, то есть когда при конфигурации машины у нас руль торчит, а в игре его нет. Нужно проверять, конечно. Например, последний мод, который на трафик, на покупку автомобиля из трафика, то там руль торчал в гараже, но когда я загрузил игру, то он пропал. Давайте посмотрим его конфигурацию. Очень красиво смотрится моделька. Не самого высокого качества у нас текстуры, но они довольно-таки приятные. Видим, что здесь грязь раскидана. Я думаю, что по суровой России это самый крутой будет вариант. Но надеюсь, что руль пропадет. Давайте пересмотрим. Сверху тоже, кстати, грязь у нас даже на стеклах. И по порядку давайте пройдемся по всей конфигурации. Кабина у нас в единственном экземпляре. Видим, что превьюшка сделана. Такая она будет и везде. Смотрим, что у нас по шасси. 6 на 6. 6 на 6. Шасси чем изменилось? Вроде бы в кабине убрали спойлеры. Так. По-моему, посадка ниже стала, колеса те же. Так, еще какие изменения? Вместо бака у нас поставилась запаска. Ну и в целом видим, что даже и скин поменялся. Также у нас присутствуют BDF варианты. Видим, что здесь у нас будут ставиться будочки. Чем второй вариант? Ну то же самое. Видим, что та же самое изменение, как и в этих вариантах. То есть считайте, что у нас два варианта только. Это 6 на 6, да, для прицепов, и варианты с будками. Итак, что у нас с прицепами? Мы будем тестировать с BDF будкой, а стандартные прицепы цепляются вот так. Явно виден перекос, то есть у нас шасси явно приподнято, то есть у нас все стандартные трейлеры будут вот так вот задраны вверх. Чтобы избежать этого, советую ознакомиться с моим модом. Это внедорожные шасси для стандартных прицепов. Ссылочка будет в описании, если вы вдруг пропустили. Вернемся назад к конфигуратору. Итак, мы вернулись в конфигуратор. Будем использовать вот этот вариант шасси BDF 6 на 6. Поехали дальше. Следующее, что у нас по двигателям. По двигателям два варианта. Из-за подложки светлой не видно, какая тут мощность. Иногда я хоть немножечко могу разобрать. Здесь абсолютно ничего не вижу. Сколько там 400 или сколько лошадей. Идем дальше. Что у нас по... Кстати, здесь и написано. Да, 400 вверху, а здесь у нас 700. Идем дальше по трансмиссиям. По трансмиссиям то же самое. Я так понимаю, 12, 16 и 15 передач. Теперь идем к интерьеру. Интерьер выглядит следующим образом. Видим, что уже автор за нас расставил много всяких деталей. Это у нас контент для 18+. Ну, я, в принципе, вылажу видео, и когда вылажешь видео, заставляют написать, это для детей или для взрослых и остальных. Ну, приходится это ставить. Ну, я не знаю, на что это влияет, но детям, типа, нельзя такое показывать, рекламу. Видим, что внизу аптечка, есть вентилятор, есть пионер динамики, радейка у нас включена в комплект, и даже вот такой вот люк. Интересно смотрится салон и грязные окна такие. Смотрите, правая у нас почему-то уже приспущена, я не знаю, так должно быть или нет. Переходим теперь к покраскам. Начнем с самого верха. Это у нас цвета предзаготовленные. Видим, что ничего не меняется. Не знаю, почему так и должно ли так быть или нет. Получается, что скины у нас не применяются. Хорошо, давайте для эксперимента вернем шасси. Вот это вот поставим. Так. И попробуем побаловаться цветами. Да, тоже у нас скин абсолютно не меняется. Получается, у нас Башав транс здесь, и еще я видел скин был на шасси, и вот это вот
не могу прочитать, что там написано. Вернемся в тот вариант, который мы выбрали. Это со скином я не хочу использовать. Давайте вот этот вот тип выберем. И опять же покраска. Покраска, пробуем хотя бы кастом. Кастом также не работает. То есть у нас всегда будет вот такой вот серенький грузовичок КамАЗ. Теперь переходим к экстерьеру. Есть точки, но как видим, что их очень мало. Не самый меньший вариант, но все-таки маловато. Смотрим, что мы здесь можем поставить на наш бампер, на передний бампер. Дополнительные фарки. Раз. Дополнительные фарки, только белые или желтые. Можно было это, кстати, в описании написать. Так, а чем отличаются дополнительные фары? Первые. А, просто у них вот эти обрамления ихние более темное. Такое вот оно серое. Ну, даже не знаю. Честно говоря, мне абсолютно безразлично. Ну, давайте светлые поставим, потому что у нас светлый скин. Чтобы не было вот этих желтых точек. Так, идем на следующую точку. По наклейкам Россия. Это у нас и будет, грубо говоря, это и будет наш скин. Так, видим, что Рязань, Автодор, Россия. Кстати, очень-очень мыльные текстуры. Не знаю, я крайне бы не советовал вот такие вот ставить. Единственное, какой тут... Ну, вот этот, видим, что он получше. Вот, сравните вот этот скин, наклейку точнее, и вот эту. Очень мыльная, а вот это еще более-менее нормальная. Так, ну, вот это вроде бы тоже неплохо. Ладно, я уберу это все дело, не будем обклеивать его, тем более я не знаю, что это за компания. А вот эту вот наклеечку «Огнеопасно» мы сюда повесим. Ну, правда, это нужно цистерну, я так понял, цеплять, но мы потом это все посмотрим дело. Итак, переходим к верхней точечке. Gold Купол, что это такое? Видим, что под куполом... А почему Gold Купол? Ну, не знаю. КамАЗ, спаси и сохрани, золотые купола. Все, я теперь понял, почему раздел назвали Gold Купол. Ну, можно наклеечку КамАЗ сюда. Посмотрим с интерьера, как она смотрится. Паршивенько смотрится. Убираю. Вроде снаружи нормально, а внутри нет. Так, самая верхняя точка. Light Bar. Посмотрим. Так, лайтбар только две точки. Мигалки. Мигалки видим, что на такой платформе уже. Вот это интересно. Но почему именно мигалки, если мы... А, тут можно не только мигалки. Видим, что тут и хорны есть. Мигалочки давайте поставим по одной, чисто для теста. Включим. Вот так будут работать у нас мигалочки. Вроде бы неплохо все. Хорошо, вернемся. Так, я что-то там уже убрал. Так, вернемся к этой точке. Мигалки на аддон заменим и посмотрим, что мы здесь. Те же самые мигалки, только без, получается, без дополнительных вот этих стоек. Хорны будут торчать вперед. Ну, хотя видим, что один хорн нормальный. Они даже так вот приятно легли на наш козыречек. Абсолютно не мешая текстурам. Ну, такой вот интересный факт. А почему бы не ставить по хорну? Давайте... нет, это не тандеры или тандеры. Ну, вот так вот оно будет выглядеть. Ну, я не знаю, на КамАЗе хорны, конечно, это тоже дикость. Ну, ладно. Идем дальше. Маяк. Вот такая вот мигалка. Как вы поняли, эта мигалка будет ставиться на вот эту платформочку, на второй лайтбар наш. Только так. Хорошо, свет сейчас включенный, чтобы вы понимали. Вот можно посмотреть каждую фарку, как она светит, нормально светит. Но мы будем тестировать, естественно, в темноте. Так, следующее это у нас спойлеры. Спойлер черный. Не очень, не очень. Видим, что там какие-то пиксели видно. Спойлер белый более-менее можно использовать. Так, давайте пока что обойдемся без спойлера. Запаска. Вот такая вот огромная запаска. Я так понял, если мы будем некоторые будки BDF использовать, то эта запаска уберется. Канистра. Дополнительно, видите, какие допы, и они реально украшают. Даже ведро тут висит. Внимание к деталям очень даже неплохое. Так, вроде бы все, мы посмотрели запаску, канистру. Смотрим, что у нас по шинам. По шинам видим много вариантов. Есть еще выше. Так, это у нас на первом стояло.
Так, давайте сравним первый и шестой. Видим, что шестой вариант пониже. И седьмой еще, по-моему, ниже. Шестой, седьмой, восьмой, девятый. Вот девятый прикольно смотрится. 9-1. Очень много выбор по шинам. Кразовские, Ураловские. Урал 2, Урал 3. Вообще, смотрите, тут Белазовских нету. Так, так. Ну, неплохо смотрится. Смотрите, и даже Зильчиковые есть. Вы поняли, почему я на это акцентирую внимание? Потому что если вы поставите шины пониже, то у вас не будет такого большого перекоса, как вы видели ранее, по стандартному трейлеру. Так что выход все-таки есть. Возвращаю я стандартные колесика. Диски смотрим тоже. Вполне себе меняются, но под определенные диски нужно, соответственно, ну, некоторые универсальные, некоторые все-таки вот это, допустим, не подходит сюда, ураловские, нужно под ураловские шины. Так, вернем изначальное положение и давайте продолжим искать. Так, канистру мы уже поставили. Мне интересно, на бампере есть точка? Не нахожу. Повернем сейчас, может появится. Нет, у нас две тут запаски. В итоге у нас в сумме три запаски. Я думаю, хватит, чтобы всю суровую Россию исколесить и при этом остаться на колесах. Итак, смотрим, что у нас по кузовам. Самое интересное, как для меня, потому что это действительно как бы интересная тема. Первое, это у нас лес вот такой вот, березки везем. Борт, обратите внимание, в борту что-то есть. Ага, рис, почему по-английски, я не знаю. Ну, возможно, мод был ориентирован, что и продавался и зарубежным нашим любителям ETS. Так, следующее, это у нас написано тент, ну, видим, что это никак не тент, это какой-то полукунг, полуборд. Это, я так понял, какие-то ремонтники, ремонтные дороги или что ездят, и у них тут видим, что там какие-то какая-то арматура, бочки, что-то они собираются работать, то есть здесь для работничков. А следующее это или картошка, или зерно, что-то такое, по-моему, картошка, вроде крупновато для зерна. Борт 2 это у нас деревянные брусы, смотрится, вот скажите, что смотрится просто неплохо. И смотрите, тут у нас кран, вспомните, какой кран был ранее в КАМАЗах, у меня были на обзорах версии с краном, там я бы не сказал, что кран выглядел детально, там довольно так топорно выглядел кран. Тут посмотрите, тут все, вплоть до ручек для управления краном, все прорисовано просто классно. Посмотрим с кабины, как видим, да, для крана у нас есть... То есть кран у нас существует, когда мы смотрим с интерьера. Все правильно сделано. И на кране даже есть точечки. Вернемся к нашим бортам. Вот такой вот кунг берлога. Смотрите, как смотрится. Очень классно, очень много опций. Так, следующее мы перевозим трактор. Интересно, как они его отсюда спускать собрались. Он прям вплотную стоит. Будет интересно спускать его. Кстати, такое впечатление, что трактор без стекол. Походу, он долго стоял где-то на отстойнике, с него сняли стекла. Ну, смотрите, тут как грязно, тут видно, что есть стекло, здесь как будто его нету. Вот наша огнеопасна. Стоит у нас значок как раз для перевозки. Вот он дублируется, вот этот, и вот он здесь. Для перевозки корючки, там какой-то будка вот такая тоже, облепанная грязью. Отлично. Контейнер поржавелый, естественно, по-другому не может быть, ребята. И последнее это тент. А тент почему-то такой, ну, борт сам грязный, а тент чистенький. Странно. Но футболка не пахнет. Вот такая вот штучка. Так, еще я хотел... Ага, эти точки были... Я просто думал, что вот где наш кранчик. Верните кран.
Я думал, что эти точки на кране, но не настолько все круто, чтобы еще и на кране. Вы знаете, наверное, кран оставим и на нем и будем ехать. То есть проводить дальнейшее тестирование. Мне кран больше чего понравился, потому что тут очень много деталей. Просто такое впечатление, что в какую-то другую игру попал. После всех вот этих модов, где там всего несколько полигонов на будку, вот этот кран смотрится вообще офигительно. Так, я думаю, что все точки я просмотрел. Под зеркалам только пластик. Переходим к интерьеру. Текстурки, я не знаю, наверное, так задумано. Тут потертости какие-то. Видим, что на картинках нету, к сожалению, текстурок. Я бы их убрал, честно говоря. Так, GPS ставим. GPS свой, интересно расположен. Я бы его больше на водителя бы повернул. Но и так все хорошо. Так, на руле никаких точек. Что у нас здесь? Digital Clock можно добавить. Вот уже Digital Clock, то есть часы повернуты у нас уже к нам. Или же мобилку сюда поставить. Мобилка версия 3. Мобилка версия 2. Интересно, на мобилке что-то будет показываться или нет. Так, что бы вы хотели здесь видеть? Я лично тут вообще, я... Ну, по деталям больше всего, ну, деталей на вот этих часах. Давайте их поставим. Я, честно говоря, при рейсах сильно на часы не опираюсь. Я просто знаю, если я там много туплю на светофорах, то я опоздаю. И если у меня затяжной заказ на большое расстояние, то я периодически проверяю, сколько мне осталось, что там по времени. Раньше привозить не получится, разве что вы будете грубо нарушать правила, топить там под 200, вот тогда у вас это все получится. Стандартные виселки можно повесить, давайте мячик сюда хотя бы. Так, голд-купола мы уже видели, знаем, что это такое. Шторки, эй, а где шторки? Так, а чего первая шторка не отображается? Ага, смотрите, эта шторка у нас добавляется спереди и по бокам, а эта шторка только по бокам. Будет она немножко нам мешать нашему обзору. Может, красиво и смотрится, но не практично. Вот когда вы поворачиваете куда-то, все, обзор тут голову. Ну, конечно, это мы повернули в гараже. В игре самой тут голову буквально с окна можно высовывать. Ну, то есть, смотрите, как вам удобно. Вот эти шторки меньше убирают узора, но вот эти шарики мне не нравятся. Много где используют всякие колокольчики, треугольнички, вот это виселки всякие. Они смотрятся максимально дешево. При всей той красоте, что здесь уже сделано, они как будто бы из другого мода. Убираем эти шторки нафиг. Так, с мячиком мы разобрались, с мобилой разобрались. Там, смотрите, это у нас запасной аккумулятор, запасная туалетная бумага. Все у водителя при себе. Первая помощь. Ящичек есть. Сюда можно добавить Марину или Юлию. Видим, что правильной ориентации у нас водитель, и он никаких мужиков с собой не возит, а только девушек. Так, хорошо, отлично. Назад мы не можем сильно повернуться. Штора назад можно поставить и завесить этот ковер. Вот эта штора вообще не годится никуда. В принципе, этот ковер нормальный. Он с каким-то пейзажем. Есть же ковры с узорами. Вот то да, выглядит дешево. Можно зашторить, можно не зашторить. Наверное, штору не буду ставить. Достаточно. Все, мы разобрали весь тюнинг внутри. Давайте перейдем уже в игру. Итак, мы находимся в городе Псков. Первое, что я хотел вам показать, смотрите, руль, который у нас был внизу, он магическим образом пропал. Так что то, что мы видим на превьюшке и в гараже, мы это ничего не значит. В игре это не отображается, и это очень хорошо. И в целом зацените, как выглядит моделька. Просто шикарно. Единственное, что, ну, вот грузы к этому всему чуду, к этому крану, к сожалению, нету. И, кстати, видел в чате вопрос, не в чате, а в, ну, в
переписке вопрос в комментариях по трейлерам. Смотрите, стоит только этот мод. Видим, что ничего нового не добавилось. Это у нас караван трейлер. Так что прицепчики тандемные придется искать самому. Их можно найти, просто нужно желание. То есть не придумывайте, что к нему ничего не прицепишь. К нему можно найти прицепчики, и это вполне себе реально. Хорошо, выглядит неплохо. Перемещаемся в кабинку. Давайте я попробую с временем поиграться. Ну, темное место достаточно. 10 часов пускай будет. По логу тоже писали мне, что лог нужно смотреть. Видим, что есть красные элементы. Они, видим, что появились еще не в самой игре, а еще в гараже. Там чего-то ругалось. Но пока что каких-то явных таких баков я не замечаю. Так, осмотримся здесь. Все, осмотрим. Так, так. Зеркало. Так, не могу понять, что это. А, это разделительное. Ну, не знаю. Тунс. Это зеркало вроде нормально показано. Это как будто одна часть грязная. А, все, я понял. Это у нас окно тут приоткрыто. Мы видели, что в гараже, что правое было приоткрыто. Теперь оно что, закрылось? Или, ну, полностью открылось. Все, я понял. А когда у нас сажается вот эта девушка, то окно у нас открывается полностью. Включаем двигатель, слушаем звук. О божечки, ревет сильно, это при том, что, заметьте, как я поставил настройки по звуку, наверное, придется еще убавить, так, о, вот теперь все нормально, чтобы мне не пришлось перекрикивать. Заметьте, по мобиле, что бы мы ни ставили, туда вмещаются часы, смотрится это не очень хорошо, потому что цифры на мобиле, например, растянуты. Возможно, придется все-таки ставить туда часики, просто часики, тогда они просто квадратные, так что там все должно вместиться. GPS классно выглядит, показывает отлично, освещение сейчас отлично, и также заметьте по зеркалу. Зеркало очень хорошо вынесено, не преграждается нашими стоечками, а вот с нашими датчиками проблемка. Давайте попробуем ее решить. А нет, не получится, потому что мы видим, что руль у нас абсолютно не регулируется. Это первый такой недостаток. Так, попробуем подняться аж вот так вот. Ну, 120-ку можно увидеть, видите, если максимально приблизиться. Так, 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 так. Так, вот, теперь у нас вмещается зеркало. 120-ку видно, но не очень хорошо. Мы вроде бы какой-то очень высокий водитель. Не знаю, мне вверх так непривычно смотреть. Ну, разве что вот так вот камеру, как будто мы сверху вниз смотрим. Ну, у меня только такой вариант, потому что мне по трассе, например, нужно увидеть больше, чем 100 км в час на спидометре. Руль не регулируется, это у нас первый недостаток, который мы выявили. Следующее, что мы смотрим, поворотники. Есть анимация. Разнесена индикация на две кнопочки. Это очень хорошо. Аварийка. Все справно работает. Сигнал. Мне это интересно, что вот это такое внизу, вы видите? Тут такого нету. Я не могу понять, что-то такое. Хорошо. Включение у нас было, анимация какая-то. Давайте попробуем. Нет, по включению я не вижу ни ключа, ничего. Да, нету у нас анимации по включению. Хорошо, давайте еще попробуем стояночный. Не вижу. Не вижу даже индикации. Я по датчикам вижу. Вот смотрите, самая правая красная клавиша, ну точнее индикатор, это парковочный. Но он не загорается. Плохо, конечно. Следующее, что мы тестируем, это тестируем дождик. Плохая погода, включись. Так, так, капельки вижу там. На лобовом есть капельки. Смотрите, вот
Приоткрыто окно. Ну зачем это надо, я не знаю. Видим, что капли висят в воздухе. Что теперь делать? Пробуем левый открыть. Стеклоподъемник у нас не рабочий. Закрываем его обратно. Ну вот такая штука. Автор мода хотел как-то выделиться, сделать приоткрытое окно, но не учел то, что дождь будет в воздухе висеть. Вот такая вот штука. Надеемся, что он это исправит. Это у нас второй недостаток. Пробуем почистить главное наше окно. Есть индикация. Смотрите, кнопочка возле часов у нас ходит. То есть анимация есть, индикации нету. Так вот, правильно сказать. Так, видим, что дворники у нас справляются. Переходим на внешку. А на внешке дворники стоят. Второй недостаток, точнее третий уже. Так, хорошо. С этим разобрались. Включаем ночь. Все, дворники вроде бы выключил, но не уверен. Смотрим, что по освещению. Фарки нормальные, светят отлично. Поворотники работают. Еще раз. И видим, что дублирующиеся тоже работают. Дублирующий сзади тоже поворотники. Стопы. Так. Стопы проверили. А, еще хотел раз... Ну, смотрите, интересный такой момент, что в таком положении вроде бы дублирующий поворотник сбоку не работает. Вот под таким углом его уже стоит видно. Ну, это мелочь мелочная. Такое можно... Так, еще и поворотник не выключил. Все, уже 2 часа ночи, как мы видим, часики работают, отлично. Но нам нужно 10 часов, потому что надо проехаться, а и так темно. Ну, не могу я смириться с тем, что так высоко. Так что давайте все-таки опустим сиденье. Так... Сисала здесь нету, бортовой компьютер здесь не выведешь. Если бы мы могли вывести бортовой компьютер, мы могли бы на нем выводить текущую скорость, и тогда нам было бы плевать на спидометр. То есть по городу можно было его не смотреть, до сотни нам хватает, ну ладно. Тем более, что я в комментариях читал, что он там больше 107 не едет. Не уточнили, это с грузом или нет. Переходим на внешку. Так, надеюсь, нас пропустят. Но с такими звуками должны пропускать в любом случае. Хорошо. Так. Я в кабинку вернусь. Кстати, мы не проверили, что у нас с освещением. Давайте вот здесь встанем. Здесь, я думаю, будет темно. Звуки издает просто... Так, он может вообще встать полностью? 2 часа ночи, бац. Ну, вы как знаете, я в своих обзорах все проверяю. Подсветка белого цвета. Что это светится там? Я не могу понять, то что бортовой компьютер, какого он подсвечивается? Непонятная штука. Вот смотрите, руль убрал, что-то за экранчик такой. Скажете, может кто-то знает, но вряд ли бортовой компьютер туда впихнули, его там не видно. Мне уже сзади сигналят, но я пока что ничего не делаю. Видим, что анимация по переключению света у нас есть. Кнопулечка нажимается. Где-то я-то видел такую мутную текстуру вот этой ручки. Не могу вспомнить. Или в Урале, или в чем. Ну, хватит сигналить, ребята. Так, следующее, что я хотел посмотреть. НАО. НАО дополнительного освещения в... кабине у нас нету, к сожалению. То есть, у нас чисто под мигалки. Включаем обратно день. Я, конечно, не надеюсь, что от меня там отстанут вот эти ребята. Так, что нам нужно, куда нам нужно поехать? Давайте направо. Так, смотрим по зеркалу. На удивление, поворачивают достаточно плавно. То есть, можно входить в такие крутые довольно-таки поворотики. Что у нас по GPS-у? На заправку, что ли, заехать? Ну, давайте вот здесь вот на заправке и закончим наше движение.
Так, так. Тут какая-то кафешка. Я бы лучше где-то на заводе стал. Так, стоп, стоп, стоп. Тормозит довольно-таки туговатенько. Чуть в мусорник не въехал. Ну, думаю, здесь мы и закончим. Выключаю я звук. Точнее, двигатель. Потому что чересчур он, мне кажется, громким. Итак, давайте пройдем. Кстати, неплохо стал. Здесь хорошее освещение хотя бы. И мы, наконец-то, можем увидеть все текстуры в игре. Так, снизу там все нормально. Показалось, что там зазор какой-то. Ну, там есть несовпадение, видим, текстур. Но они нам не бросаются абсолютно в глаза. Видим, что резиновые половички такие брезентовые поставили. Все нормально. Давайте пройдемся по интерьеру. Что здесь сделано так, что не так? Что не так? Давайте начнем с этого. Руль не регулируется. Его нужно просто регулировать, потому что даже если вы сядете максимально выше, вы еле-еле будете видеть 120 км в час, а так не должно быть. Чуть-чуть на несколько кликов опустить руль вниз, и будет все видно, все хорошо. Почему-то парковочный, блин, его так не будет видно. Парковочный. Нету индикации, хотя там есть индикатор, есть, почему-то нету индикации. GPS очень хороший, с этим все хорошо, часики немного растянуты. Точнее, не обязательно же делать их на весь экран, часики. Сделайте их в правильной пропорции, чтобы они были на мобиле, но чтобы они не растягивались на весь экран. Зачем? Зачем это надо? Их все равно хорошо будет видно. Рация здесь есть, все аксессуары есть. Что еще не понравилось, что сюда не цепляется сисел. Мод не поддерживает сисел, нигде я сисела здесь не нашел. Хотя тут все, что нужно, есть. Мы посадили к себе пассажира, поставили GPS, мобилку. Внизу у нас там, внизу у нас аптечка есть, аккумулятор, туалетная бумага, бутылка Pepsi, еще там чего-то. В общем-то, все вроде бы на месте. И даже вентилятор сюда поставили, чтобы вам удобно было ездить. Еще плюсом у меня было то, что у нас зеркала неплохо поставлены, они не перекрываются стойкой, удобно очень смотреть. Также не понравилось, что у нас приоткрыты окна. Окна приоткрыты, и вы видели, что дождь у нас начинает висеть в воздухе. Это также, я считаю, что минус. Ну, вроде бы все. В целом, за остальное все по интерьеру все хорошо. Еще нету дополнительного освещения в кабине. Тоже бы хотелось бы, чтобы на ОПРе делали дополнительное освещение. И отдельный разговор по внешке. Это отдельная тема. Я специально выбрал кран. Его и поставлю на превьюшки, потому что смотрится максимально классно вот этот кран. Что по колесам? Мы видели большой выбор колес. Так что если у вас не становится стандартный трейлер, то есть его перекашивают, ставьте, выбирайте. Там выбор колес большой. Там есть колеса поменьше диаметром. И у вас все будет нормально. Если уже хотите оставить на внедорожных колесах, на внедорожных шинах, то тогда используйте мод, который будет в описании, который добавляет опции для стандартных трейлеров. И посмотрите, кстати, мой обзор тоже про это дело. Выглядит очень детально данный мод. Вот в гараже он, там начинаешь придираться к всяким деталям. Вот когда смотришь уже на этот мод в игре, когда уже тени появляются, прикольное освещение, смотрится очень классно мод. Так, по будкам мы видели, там есть и цистерны, и кунг, и борты разные. Тут много всего. У нас только два шасси под стандартные трейлеры и под вот эти вот допы. Мне больше всего понравился кран. К сожалению, придется искать отдельно к нему прицепчик, потому что так вы ничего не повозите. Будет в описании также мод на палеты. Я его везде прилагаю, где его можно использовать. Здесь его можно, естественно, использовать. Так, и еще забыл сказать по звуку. Еще раз включаю звук специально.
Этот звук у нас стоит, смотрите, при звук двигателя, при вот такой вот мощности звука, настроенной в системе. То есть его можно смело убавлять еще. Я все-таки веду, я веду обзор, я его сделал меньше. Но я думаю, что даже просто катаясь на нем, вам захочется снизить звук. Вот такая вот история. Выключаю, слушаем звук выключения еще раз. Звуки прикольные, но достаточно громкие. Минусом я это не назову, потому что все-таки машина вот такая вот, она как бы и должна звучать громко. В целом, что можно сказать по КамАЗу 4310? Мне абсолютно понравилась данная модель. Она понравится 100% людям, которые любят карты по типу «Суровая Россия». Этот КамАЗик, я думаю, там очень хорошо зайдет. Добавляем дополнительные прицепы тандемные и катаемся в свое удовольствие. Или же можно покататься с будочкой, с модами, которые у меня в описании. Какая оценка? 8 с плюсом он заслуживает, это точно. Спасибо, что посмотрели мой обзорчик. Ой, попал мусорник в кадр. Я надеюсь, что вы уже подписаны на мой канал. Жду вас на новых обзорах. До новых встреч!